Всем привет! Это небольшой гайд по тому, как освободить Брика, предыдущего главаря банды в Киберпанке 2077. Собственно, квест начинается с того момента, как только вы подойдете к двери. Да-да-да, он орет, что выпустите, и у вас появляется дополнительное задание найти способ освободить Брика. После чего есть два пути. Если вы хотите его убить, то вы можете просто выбрать... детонатор. Да-да-да, вот на детонаторе выбрать взорвать мину. Если вы хотите его спасти, то вам нужно обезвредить мину, потому что этот чувак сидит прямо напротив мины. Собственно, поэтому сначала мы обезвреживаем. И потом пытаемся открыть дверь. Как вы понимаете, у меня нету авторизации, так что надо набирать код. Либо есть лайфхак. То есть можно набрать код, если очень хочется. 3-0. Пофиг. Или. И можно просто удаленно деактивировать. Вуаля. Дверь открывается, вы подходите к нему. Слушай, и... Не матерись, фу. Фу таким быть. Он, кстати, на гуля похож. Ну ты у нас долго. Похоже, мы спасли тебе жизнь. Ты нам должен, Омбре. Господи, притормозите, а? Все свои долги я верну. Но не прямо же сейчас. В смысле, прямо сейчас? Давай мне имплантик какой-нибудь. Вот, ну, в общем, это все, что я хотел в этом ролике показать. Спасибо за просмотр, всем хорошего настроения и удачной игры. Не болейте. Пока-пока.